В Витебской области создан первый в Беларуси студенческий IT-отряд. Областной молодежный интернет-форум собрал более 60 активистов БРСМ, администраторов молодежных сайтов, блогеров, фотографов и журналистов. Создание IT-отрядов – это новый вид деятельности. Пока речь идет о команде из 7 человек. Это маркетологи, веб-дизайнеры и программисты. При поддержке фирмы-партнера они будут создавать и продавать сайты, контент и IT-решения. Почему с БРСМ? Потому что самая большая организация, наверное, молодежное объединение. То есть у них есть талантливая молодежь, которая нам нужна. А у нас есть опыт в продвижении бизнеса, среднего и малого бизнеса в интернете. Очень важно, чтобы молодые ребята, которые приходят к нам, чтобы они имели возможность обучаться, чтобы они имели возможность общаться с теми, кто уже добился серьезных результатов, в том числе умели ориентироваться в этом информационном пространстве. Еще один IT-проект заинтересовал инвесторов и уже реализуется. Это электронный сервис Your Travels, авторство студентов Витебского технологического университета. Сайт поможет гостям Беларуси спланировать маршрут самостоятельного путешествия и даже подсчитать бюджет поездки.